Всем привет! Друзья, не удивляйтесь, но это программа про ремонт. Отъехали мы от города, чтобы пару дней провести в этом замечательном доме. Для вас вся программа пролетит, конечно, за 15-20 минут, поэтому просто расслабьтесь и наслаждайтесь. Мы начинаем. Если внимательно будете смотреть этот выпуск программы про ремонт, то узнаете, как создать интерьер спальни, да не простой, а шикарный, в классическом стиле, узнавал Илья Панов. Далее узнаем все о световых решениях в интерьере и расскажет нам об этом Дарья Мальцева. Ну а напоследок рассмотрим несколько вариантов диванов с самым различным функционалом и механизмами. Однажды в пустом загородном доме темным-темным поздним вечером команда проремонта снимала монтаж напольного покрытия. Это сейчас вам и покажем. Когда мы в последний раз были на этом объекте, все выглядело примерно так. Хозяин Алексей самостоятельно разработал дизайн-проект, согласно которому в помещении должны использоваться только натуральные материалы, в том числе много дерева. Сегодня на этом объекте мы монтируем замковую инженерную доску. Здесь мы используем инженерную доску Arti Parchetta с дубовым шпоном и легким брошированием. Мне, как укладчику, очень нравится работать с этим вариантом напольного покрытия, и эту комнату я сделал буквально за 3-4 часа. Вот ничего ведь не делал, уже где-то поранился. Какой ремонт без травмы? Вот вас не бесит? Решили вы обновить интерьер спальни или гостиной? Ходите по магазинам и везде одно и то же. Меня бесит. А тем временем хочется, чтобы интерьер был, если не уникальным, то хотя бы индивидуальным, соответствующий всем цветовым тенденциям, эргономичности и функциональности. Так скажем, высококачественные материалы из Европы и фурнитура соответствуют всем техническим и экологическим требованиям. Четырехслойное покрытие акриловым лаком придает не только эффектный внешний вид мебели, но и продляет срок ее эксплуатации. А элементы, выполненные методом шокографии, как раз добавляют мебели элегантности и индивидуальности. Всегда оценивайте мебель перед покупкой. Как можно заказать что-то, не потрогав это и не оценив удобства? А еще. Огромный плюс интерьерных решений – это ощущение реальной комнаты с реальными габаритами мебели. Так мы понимаем размер, объем и расположение элементов интерьера. Все это и даже больше ждет вас в магазине «Интердизайн Мебель». Бесплатный 3D-проект, грамотные консультанты и рассрочка без переплат и первоначального взноса. Интердизайн Мебель в торговом центре Мегадом. Вот и наступило утро следующего дня. Я напоминаю, мы все еще находимся в загородном доме. И вау! Вы только посмотрите на эту красоту. Пол у нас готов полностью. Да, оба помещения готовы. Что ж, будем принимать работу? Ну что же, смотрится такой пол просто замечательно, а его укладка заняла не так много времени. Для обоих помещений общей площадью около 40 квадратных метров было использовано 27 упаковок инженерной доски разной длины цвета дуб канна. Почти 70% ремонта уже сделано, осталось совсем чуть-чуть. Вчера буквально сделали достаточно большой объем работы, положили пол. За один вечер справились ребята. В принципе, все, как я и представлял. Очень, конечно, чувствуется разница между ламинатом и паркетной доской. В визуальном плане даже, то есть выглядит это гораздо эстетичнее.
Считаю, что это отличное дизайнерское решение, рекомендую всем. Ну и если немножко подытожить, все-таки своим решением и данным напольным покрытием я доволен. До финала ремонта осталось совсем чуть-чуть. Ребята в скором времени из этой же компании сделают стеновые панели из натурального шпона. Ну и также у нас добавятся еще подоконники из натурального дерева. А самое главное, поставленную задачу мы выполняем. В этой комнате будет очень много дерева, и к этому мы и стремимся. После укладки пола нас ждет тоже очень интересный этап ремонта данного помещения. Это монтаж настенных деревянных панелей. В одной из прошлых передач мы это уже делали, но все-таки давайте еще раз разберемся, что же такое инженерная доска. На этих обрезках видно, что в основе ее находится фанера. Ну а уже сверху, тоненьким слоем, древесина. Кстати, она и задает общий цвет, тон, фактуру, это может быть даже какие-то ценные породы дерева. Что касается соединения, то замок здесь очень прост, а потому надежен. Ну а в качестве подложки мы использовали такой материал, как пробка. Такой мягкий, гибкий лист примерно в 2 мм. Обладает массой полезных свойств. Это и теплоизоляция, и звукоизоляция, и вообще сам материал очень экологичен, практичен и хорош. Ну вот, с напольным покрытием мы разобрались, и последнее, что следует нам сделать, объявить следующий видеоматериал. Да будет свет, да будет про ремонт. Сегодня в программе много светового, цифрового, аудио-видео оборудования и вообще много всего полезного для вас. Смотрим. Как с помощью света можно преобразить ваш интерьер, узнаем у профессионалов. Ни один ремонт не обходится без светодиодной продукции. Вы согласны со мной? Да, согласен. У нас есть огромный ассортимент светодиодных ламп различного назначения, как для встраиваемых светильников, большая линейка, так и обычных ламп. Сейчас в последнее время очень большую популярность набирают люстры, именно сделанные по старину, какие-то хрустальные. Туда отлично подойдут лампы филамент. Они будут идеально смотреться в вашей люстре. Для тех, кто только начинает или делает ремонт, у нас есть огромный ассортимент встраиваемых светильников. Вы можете выбрать под себя любую мощность любого дизайна. Есть даже светильники, у которых сменная цветовая температура. Одно из популярных световых решений – это светодиодная лента. Также у нас есть большой ассортимент светодиодной ленты. От эконом до премиум класса. В премиум ленте используются другие кристаллы в изготовлении именно светодиодов. У нее будет лучше теплоотдача, лучше светоотдача. Она прослужит вам гораздо большее время и требует меньшего вмешательства в процессе эксплуатации. В продаже у нас имеется как одноцветная лента, так и многоцветная, которая управляется с помощью специального контроллера и с пульта. Вы можете выбрать любой цвет, который вам более подходит к интерьеру или по вкусу. Одним из завершающих этапов ремонта является установка техники. Для тех, кто еще только делает ремонт, у нас есть большой выбор хороших качественных HDMI кабелей. Вы можете заранее проложить его любой длины. Но если вы уже сделали ремонт в вашей квартире, для вас есть отличное решение – беспроводное HDMI оборудование, которое вы можете установить в вашей квартире без вреда для интерьера. Единственный магазин Almi в Кирове – магазин полезной электроники. Здесь есть все от электронных компонентов до готового оборудования. А главное, что все всегда в наличии, благодаря собственному складу. Световое и звуковое оборудование, автомобильная электроника, оборудование для цифрового ТВ, большой выбор электронных подарков и многое другое. Almi, Октябрьский проспект, 155, телефон 21 40 40. Я напоминаю, мы все еще находимся в загородном доме, ремонт в котором выполнен примерно процентов на 60, если не больше. В этой комнате так и вовсе можно уже жить, стоит лишь приобрести всю необходимую мебель и... Кстати, о мебели. Для кого-то ее выбор кажется скучным занятием. Кто-то считает, что вся мебель в принципе одинакова, но потратив несколько секунд прямо сейчас, вы поймете, как много в мире мебели нюансов, а главное, сможете выбрать для себя комфортный и надежный диван. Именно на них сейчас и остановимся. В
Для жителей России диван, как правило, больше, чем просто диван. На нем мы отдыхаем, болеем за наших, располагаем гостей. В детстве мы на нем прыгали, нередко принимаем пищу и, конечно же, спим. А значит, наши требования к дивану изначально высоки. И это правильно. И эта рубрика для вас. Итак, если у вас дома немного места, вот такой диван позволит, во-первых, экономить его, а во-вторых, при необходимости расположить нереальное количество людей. Учитывая то, что диван имеет трехкаскадную систему раскладывания, как, например, и этот, он может обеспечить огромное спальное место. Еще одним плюсом будет возможность использования евроварианта, когда человек может удобно устроиться полулежа. И, пожалуй, самым важным сюрпризом для нас будет пружинная система. А значит, такой диван можно легко сравнить по комфортности с полноценной кроватью с матрасом. Более простой, компактный, но элегантный вариант – диван с системой клик-кляк. Он довольно быстро приобрел популярность благодаря своей простоте и цене. Диван с атаманкой тоже очень удобный вариант. Он всегда выигрышно смотрится в интерьере, как правило, имеет вместительный короб, в котором можно хранить те же постельные принадлежности. Если же вы выбираете угловой диван для кухни, то тут главное его практичность. Материал обивки должен легко очищаться, обладать особой износостойкостью, сиденье должно быть более жестким, чем у стандартного дивана, но и громоздким он точно не должен быть. Мебельный магазин «Артега» предлагает диваны с атаманкой. Прямые, угловые, детские, малогабаритные, офисные диваны, кресла, пуфы, банкетки, столы и прочую мебель. А главное, что все это произведено в Кирове. «Артега» – центр мебели «Весна» и «Мегадом».Каждую среду мы рассказываем вам, как качественно, быстро и недорого сделать ремонт, куда и кому обратиться за помощью и какой строительный материал надежнее и прочнее. Но следующие 2 минуты мы просто будем наслаждаться теми, кто действительно знает толк в ремонте. Смотрим и ни в коем случае не повторяем дома. Можно бесконечно смотреть на 3 вещи – огонь, воду и веселые, доходящие до абсурда картинки в интернете. Узнай страну по фотографии или как делать не надо. Именно так можно назвать эту подборку. Возможно, эти изящные и оригинальные на первый взгляд архитектурные решения в будущем станут главными элементами в строительстве именно вашего дома. Ладно, и так сойдет! Помимо фото, мы решили вас позабавить очень увлекательной видеоподборкой под названием No Comments. Относитесь к ремонту серьезнее, не занимайтесь самодеятельностью, просто доверьтесь профессионалам. И самое главное, помните о технике безопасности на рабочем месте. За помощь в организации съемок программа «Про ремонт» благодарит компанию «Экостиль». В салонах «Экостиль» вы легко подберете необходимый материал, будь то пробковое покрытие, паркетная доска, ламинат, виниловая плитка, стеновые панели и другие отделочные материалы. Особой гордостью компании «Экостиль» является собственное производство прочной, экологичной и эстетически привлекательной паркетной доски «Арти Парчетто». «Экостиль» запускает предновогоднюю акцию. Сейчас при заключении договора на сумму от 10 тысяч рублей вы становитесь участником розыгрыша, который пройдет 13 января. Подарков будет много. Экостиль, улица Молодой Гвардии, 51, телефон 78-83-25. Противомикробное средство Ранавексим. Помощь при любых повреждениях, ранах, ссадинах, ожогах. Приобретайте в аптечной сети «Сердцевятки». Эх, чуть-чуть не хватило времени, чтобы закончить весь ремонт на этой неделе. Зато будет повод вернуться сюда еще разок. Ах да, на этом программа про ремонт заканчивается. Смотрите нас в эфире Первого городского или же здесь, вот по ссылочке в группе ВКонтакте.
Чуть не забыл. Пока-пока. Увидимся в следующую среду в 18:45. Теперь точно все.